Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня я вам расскажу о встраиваемой посудомоечной машине Malfrat MLP 12 Pro. Стоимость 1599 белорусских рублей. Цена 637 долларов. В российских рублях 46612 рублей. Я просмотрела очень много отзывов о этой посудомоечной машине и решила ее приобрести. Эта машина А3+, то есть экономия электроэнергии. Высокий класс энергоэффективности позволит вам экономить электроэнергию, несмотря на внушительные размеры. Большое количество функций посудомоечная машина Manfrot ML12 Pro остается очень экономичной, а все благодаря высоким технологиям и современным решениям производителя. Регулировка верхней корзины. Вот этой вот корзины. Видите, вот она здесь. И сейчас я вам это покажу, продемонстрирую на самой машине. Позволяет использовать пространство так, как удобно именно вам. И опускаясь вниз по сайту, мы с вами можем просмотреть, что из себя представляет эта посудомоечная машина. Значит, программа быстрая, на 30 минут. Возможность использования средства 3 в одном. И я вам покажу таблетку, как я закладываю. Тройной фильтр, звуковой сигнал, регулировка вверх-вниз второй полки, складывающиеся скобы. Это очень удобно, когда ты ставишь сковородки, например, больших размеров, и скобы можешь сложить вместе. Дальше. Экстрасушка, луч на полу, 14 комплектов посуды, дисплей Gold White. Это тоже очень хорошо. Низкий уровень шума. Ну, это просто замечательно. То есть включаешь машину после того, когда ушли от тебя все гости, и ложишься спать, и машина, в принципе, тебя не беспокоит. Запоминание последнего цикла мойки. Тоже немаловажно. Программа автоматическая. То есть после того, как машина помыла вашу посуду, она автоматически открывается. И отложенный старт. То есть вы можете загружать посуду в течение дня и, например, поставить режим на 10 часов вечера, когда все уже поужинали, перед сном, пока вы принимаете душ, машина сама включится и начнет работать. Светодиодный дисплей, то есть внутри есть подсветка. Выбор корзины, ну это как у всех. Защита от протечек, это очень важно. Камера из нержавеющей стали. Вот это тоже очень важно. Поэтому мне очень понравилась эта машина. Я просто в восторге. И сейчас я вам покажу, как она работает. Дальше вниз по сайту вы можете прочитать, можно ли встроить посудомоечную машину в готовую кухню. Ну, конечно же, можно, да. То есть вот так нажимаете здесь на кнопочки и увидите все ответы на ваши вопросы. Сейчас я хочу показать вам свою посудомоечную машину Manfrot. Мне очень нравится эта посудомоечная машина. Пользуюсь я ей уже практически полгода. Смотрите, у меня очень большие тарелки. Если я их поставлю сюда, то они, например, ну, здесь не помещаются, видите, задевает. Но что интересно, что эту машину можно вот так выдвинуть, да? И вот здесь есть такие рычажки. Нажимая на них, можно приподнять эту верхнюю тележку, и тогда мои большие такие тарелки спокойно помещаются в этой машине. Причем все очень грязное, жирное. Сковорода, тушилась капуста. Ложки ложу наверх. Грязную сковородку ложу сюда, например. Вот такой запеченный. Ну, в принципе, все загрузила. Сюда я положу вот такие таблеточки. Я их покупаю на фирме NL. Распакую. И ложу сюда. И знаете что? Наверное, я поставлю сейчас сюда. Вот мне интересно, у меня есть вот такая сковородка, она, в принципе, не первой свежести. И вот здесь вот у нее
грязь, которая не отмывается уже ничем. Попробуем сейчас посмотреть, что получится из этой сковородки. Я ее поставлю. Вот так. Поднесу ближе, чтобы было видно. Значит, посудомоечная машина Manfrotto. Здесь мы нажимаем кнопку «Включить». Обратите внимание на низ. Внизу ничего не светится. Как только мы включаем «Включить», и здесь мы задаем программу. Кастрюли, то есть это будет очень долго. Вот если мы включаем 3.20. Если эту программу включаем 2.25. Эко 3 часа. Можно на 1.5 часа, то есть 90. И на 30 минут, то есть быстрая мойка. Я сейчас включу кастрюли 3.20, потому что я хочу отмыть вон ту сковородку, которую я только что поставила. И включаю. И видите, у меня внизу загорелась лампочка, которая показывает о том, что машина заработала. Но если вы, например, забыли что-то еще поставить в эту машину, ну, прошло 10 там, или 15 минут, и вы понимаете, что вы не всю посуду поставили, да? Вы можете смело открыть, вытащить, загрузить что-то еще. И закрываем по новой машину, ждем. Видите? И она включилась опять сама. С тем же самым режимом, который мы установили до загрузки. Вот мне очень нравится эта машина тем, что помоет, высушит и сама откроется. Ну вот, машина помыла посуду. Теперь давайте посмотрим, как она справилась со своими обязанностями. Меня больше всего интересует вот та сковородка. Вау! Это что-то с чем-то. Вот сколько я пыталась залезть туда драчкой, отмыть, отодрать, и это было проблематично. Да, отмывалась, но это ж драчка, а тут вот машина. Но очень круто, очень круто. Я в восторге. Теперь давайте посмотрим противень. Противень. Да, противень отмылся. То, что мясо запекалось, все отмылось. Ну да, это не нержавейка, но этому противню лет 15 уже, поэтому не обращайте внимания, но то, что он весь вот такой вот чистенький, это тоже о многом говорит. Тарелочки чистые. Просто все замечательно. Машина со своими обязанностями справилась на 100%, даже больше, чем на 100%. Мне очень нравится. Поэтому я решила с вами поделиться в этом ролике. Заказывайте эту посудомоечную машину, не пожалеете. Еще раз повторюсь, что техника Manfrotto очень экономичная, красивая по дизайну, вписывается в любой интерьер, и в хай-тек, и в классику. Цена разумная, не зашкаливает. Ну, а качество вы сейчас увидели сами. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии под роликом. Буду очень рада прочитать и ответить. С вами была Валентина Синема 2.